него рубашка в склад. Любит он плясать в присядку. Он и пляшет, и поет, если в руки попадет. 40 пуговиц на нем перламутровым огнем. Весельчак, но не буян. Голосистый мой баян. Я приглашаю на эту сцену Толстых Петю, который исполнит для нас русскую народную песню «Как у нас-то козел». Петя, устраивает. У него очень красивый шерстен. Вы заметили, где 40 пуговиц на нем? Да? Ну, давайте мы послушаем, как же звучит баян.